Сегодня правительство Чувашии рассмотрело ряд законопроектов, которые предстоит принять Госсовету Республики. Самым обсуждаемым стал вопрос о республиканском бюджете Чувашии. Бюджет принимается в непростое время. С этих слов Михаила Игнатьева и началось заседание Кабинета министров. Но как бы то ни было, глава республики призывает всех работать в напряженном режиме, а также заниматься оптимизацией расходов. В республике социально ориентированный бюджет – это первое. Второе – все обязательства, которые мы брали на себя, мы их выполняли и будем выполнять. Третье – все расходы в проекте бюджета на трехлетний период у нас практически предусмотрено согласно наших принятых и утвержденных государственных программ. Министерство финансов сформировало бюджет на 2015 и плановый период до 2017 года. Доходная часть в 2015 году составит почти 33,5 миллиарда рублей. На 2016 год 35,3, а на 2017 39,5 миллиардов рублей. Увеличение доходов предполагается за счет поступлений по НДФЛ 641,2 миллиона рублей, налога на прибыль 164 миллиона рублей, налога на имущество 60,7 миллионов рублей, налогов на совокупный доход 74 миллиона рублей и, соответственно, предполагается увеличение акцизов на 486 миллионов рублей. Еще одним вопросом, обсуждаемым на совещании, стал законопроект о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии на 2015-2017 года. Всего доходы бюджета фонда увеличатся в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 334,7 миллионов рублей. Размер подушевого норматива составит в 2015 году 8260 рублей, в 2016 – 8727 рублей и в 2017 году 9741 рубль на человека. Что касается расходов фонда на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, то они в будущем году вырастут на 3% по сравнению с 2014 годом и составят 10,5 миллиардов рублей. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.